Повышение родительской платы за питание детей в дошкольных учреждениях Алтайского края не будет. Об этом на совещании с главами муниципальных образований заявил губернатор Виктор Томенко. Родительская плата, которая сегодня установлена, идет на оплату питания. Но питание оплачивается не только родительской платой. Вот и весь разговор. Таким образом, мы кормим детей, не исходя из того объема денег, который мы собрали с их родителей, а мы кормим их по плану, по санпину, по нормам, по нормативам. Губернатор подчеркнул, финансировать питание детей в детсадах должны муниципалитеты. Министр образования и науки Светлана Говорухина также разъяснила, родительская плата – не основной источник финансирования питания детей. Руководитель ведомства предложила в течение месяца провести встречу рабочих групп на каждом из 7 образовательных округов. Обсудить вопросы не только питания, но и демографии, в том числе снижение количества детей дошкольного возраста и наполняемости детских садов.